Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». И остановились мы с вами на 7-й лиге. Так что давайте сегодня мы попробуем продвинуться как-то дальше, наверное, да? По крайней мере, всех здесь завалить и выйти в четверку лидеров. Так, ну что же, для затравочки, как говорится, начнем. Посмотрим, что к чему и почему здесь. Замечательно, первая победа у нас есть. Едем дальше. Так, нормуль. Сожгли. А здесь, наверное, мы проиграем, ребята, скорее всего. Хотя не факт. А может быть даже и факт. Ну, снайперша. Отлично, молодец, умница. Значит, вторая победа у нас в кармане. Так, третья. Тут надо 9 побед сразу сделать, чтобы мы могли перейти на следующую лигу, но это очень тяжело сделать. Поэтому... Ах ты, ёлки-ты-палки. Ну, да что ж такое? Ну, вот как вот снайперша не могла добить вражескую снайпершу, а? Я вот этого не понимаю. Так, ну здесь вроде бы неплохо. Сейчас расстреляем мы этого кэпа. Хе, готов. Шикарно. Поехали дальше, смотрим. Чем больше мы с вами противников сейчас убьем, тем меньше нам придется заморачиваться. Замечательно. 4 победы у нас уже. Так, ну здесь что-то как-то... Ага. Сгорел. Ну и этого мы сейчас сожгем. Легкотня. Здесь легко все у нас получилось. Замечательно. Продвигаемся дальше. Так. Гори. Отлично. Блин. Ну, да какого лешего? Я не понимаю, блин. Не могла, блин, этой очередью, блин, задеть Соньку. Ну, бред, ребят, бред. Ай, как тут плохо. Ну, тут, естественно, нам кобздарики. Да. 5 побед. И, по-моему, уже 3 поражения. Хреново. Так, пожарник, я смотрю, здесь был. Ну и строитель сгорел. Да, ребята, 6 побед у нас. Хорошо, давайте теперь глянем, сколько нам еще нужно подбить. 3, по идее. 1, 2, 3. Ну да, так оно и есть. Давайте-ка вот этого нижнего, наверное, попробуем. Может быть, на этот раз нам удастся его завалить. Так, понеслась. Оу, ребята, тут мы выиграли. Смотрите-ка. Готов, готов вражеский снайпер. Еще одну победу мы вырвали. И остается лишь только 2 победы еще сделать. И мы станем топчиком. Так, ничего я, наверное, менять не буду, ребята. Попробуем так, на шару. Отлично. Здесь сгорает. О, вообще великолепно получилось. Слушайте, я даже так не ожидал. Почему они у меня до этого так не могли сделать, а? Как сейчас. Так, ну что, ребята, мы с вами почти топ. Так, ну-ка давай глянем. Отлично. Ах ты, ё-моё. Ну, строителя ему не пробить. Да, ребята? Вот мы с вами и становимся топчиком. Мы получаем первое место. Теперь главное удержаться на нем и перейти уже на следующую лигу. А следующая лига у нас будет 8-я. Так, давайте-ка я, ребята, заменю здесь своих героев, потому что пока меня не будет, тут все может быть. Мы поставим стандарт. Это, естественно, будет снайперша и, наверное, огнеметчик, да? Да, вот сюда его влепим куда-нибудь. Пускай стоит в первых рядах. В общем, ребята, увидимся с вами чуть-чуть попозже, когда, надеюсь, наверное, мы уже перейдем на 8-ю лигу. Так что не расходимся. Ну что, дорогие мои друзья, давайте посмотрим, что у нас здесь получилось и перешли ли мы с вами на 8-ю лигу. Так, синхронизация, ну это понятно все. Ну давай, не томи, а. И о, да, ребята, мы с вами на 8-й лиге. Поздравляю нас всех. Ну что же, давайте для начала сделаем затравочку. Как говорится, просто пойдем в бой и будем смотреть с вами, кто у нас что и почем. Так, вот я, наверное, оставлю. Поехали.
Слушайте, наверное, командоса я, конечно, зря поставил. Ну-ка. Так, замечательно. Опачки. Хоп-хоп. Первая победа у нас есть в кармане. Отлично. Продолжаем дальше. Ну-ка, ну-ка. Опа. Ай-яй-яй, а вот здесь вот, хреново сыграли. Да. А был бы огнеметчик, скорее всего, победили бы. Ух ты. Ну. Так, отлично. Сонька просто расстреляла всех очередью. Двигаемся дальше. Огнеметчик мне не нравится. Блин. Хреново. Да, ребята, вот здесь вот было сыграно хреново, потому что не было у меня тех ребят, которые не восприимчивы к огнестрелу. Так, ну. Ха, молодец, снайперша. Укокошила Соньку. Ну-ка, давайте дальше смотреть. Ага, здесь вот так вот, значит. Оу, как паршиво сыграли. Ну, у меня пати, ребят, такая, знаете, собрана от балды. Честно говоря, я даже не знаю, кто здесь будет. Поэтому так, наугад лепил. Замечательно. Ух. Естественно, мы с вами сейчас все здесь поменяем. У нас 4 победы из 9. То есть 5 еще нужно завалить. И это нужно постараться. Так, я все-таки уже в тройке лидеров. Это хорошо, почему-то не четверка, а уже тройка, ребята. Так, давайте заберем здесь все эти призы. Так, и сундучок, конечно же, вскроем. Угу, дайте мне что-нибудь такое. Так, 3 хп. А денег у нас 920 золотых. В принципе, можно даже кого-то апгрейднуть. Так, ну-ка давай кэп. Нет, у тебя дорого. Блин, тут тоже дорого, 1733. Хотя, ребята, мы можем с вами продать лишний хлам, да, у торгаша. Накопить определенную сумму и уже прапать. Наверное, так мы с вами и поступим. Так, вон, щеток у нас 26 штук. Куда их, солить, что ли? Радио тоже. Тут у нас и хлеб, и таблеток. Всего дополна. Все. Сейчас должно хватить. Давайте мы огнеметчик с вами повысим. И он у нас становится 12 уровнем. То есть еще один уровень я ему могу прапать. Так, но 2500 нужно золотых. У меня нет таких денег сейчас. Так, ну что, поехали дальше тогда, ребята, с вами. Ну, давай-ка глянем. Жги. Отлично, молодец. Расстреливайте нафиг эту снайпершу. Умница. Как она ее, а? Издалека саданула. Молодец. Так, еще одну победу, ребята, мы к себе присвоили. Ну, а здесь у нас что получится? Так, огнеметчики сейчас взорвутся. Угу, понятно. Есть контакт. Вот так бы всегда, ребята, побеждать и быть в лидерах. Так, нам еще, по-моему, нужна одна победа, да? Да, ребята, одна победа нужна, так что давайте не будем мешкать. Надеюсь, моя команда справится. Хотелось бы в это верить. Так, этого мы сейчас поджигаем и Соньку расстреливаем. Да, все сделано на 5 баллов. Вот она, наша победа. И мы фавориты, ребята, становимся, так ведь? Первое место за нами. Единственное, теперь нужно мне успеть, когда подойдет время, чтобы перейти, естественно, на 9-ю лигу. Но вряд ли у меня это получится, потому что у меня дела, работа. И, скорее всего, я приду и буду где-то внизу. Ладно, время покажет. Нам остается только ждать, больше ничего. Да, ребята, как это не прискорбно, я не успел буквально за 10 минут зайти в игру, чтобы перейти на 9-ю лигу. Совсем немножко мне не хватило, к сожалению. И поэтому мне опять сейчас придется, наверное, выбивать свое первое законное место. Так что давайте смотреть. Да, ребята, на 6-е место меня понизили. Как ни странно, блин. Ай, давайте расставлять тогда своих ребят всех. Так, подожди. Соня, ты куда у меня делась? Эй! А ну, вернись. Вот так вот. Ну, в принципе, где-то вот так, наверное, мы с вами и оставим. Мы ничего больше менять не будем. Посмотрим.
как говорится, первая у нас пати идет для затравочки, чтобы посмотреть, кто что и почем здесь у нас. Так, тут хорошо прошло. Да, здесь победа за нами, замечательно. Поехали тогда дальше. Блин, ну как же обидно, а? Так бы уже был бы в 9-й лиге, ё-моё. Как же я так прозевакал. Так, вторая победа за нами. Блин, как бы получить сразу 9 побед и перейти на 9-ю лигу? Было бы неплохо, да? Ну нет же, какой-нибудь отрядик попадется, где мы с вами не справимся. Ну-ка здесь. Ха-ха, снайперша моя потянула, молодец, умница. Так, переходим к следующей. Так, ну здесь этого мы сожгем. Команда сгорел. И Соньку мы подбили. Смотрите, у нас, ребята, уже 4 победы из 9. То есть 5 еще осталось. Так, вот здесь вот хреновенько. Ай-яй-яй. Ну, блин, ну вот не получилось. Не получилось, к сожалению, у нас. То есть минус 1 победа. Получается... Да, получается, нам еще 5 нужно будет валить. Хотя нет, ребята. Вот она, 5-я победа за нами, 4 осталось. Хотя еще не все потеряно, может быть, еще отыграемся. Так. Сгорает командос. И здесь мы должны расстрелять их. По идее. Да что ты будешь делать-то? Ну. Оу-хо-хо-хо-хо. Снайперша, куда ж ты ломанулась-то, дура? Надо было стоять на месте и стрелять. Нет, она куда-то пошла. Так, сжги. Молодец. Ну и снайпершу мы убиваем. Ну, отлично. Все, хорошо. Так, ну что, у нас все или не все, ребят? Нет, смотрите-ка, еще один бой. А, 9-й у нас бой здесь. И что же у нас получится? Получится, что мы проиграли. Да, ребята. Ладно, хорошо, будем переделывать свою пати. Ну, и надеюсь, в этот раз все потянет у нас. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо, тихо. Нифига. Вот это молодец. Вот это снайперша зажгла. Мне понравилось. Так, хорошо. Мы отобрали победу. Нужно еще 3 победы, по-моему, сделать, ребята. Ну, это плево дело. Поехали. Так. Опа. Ага. Ну, отлично. Сонька расстреляла. Расстреляла всех в пух и прах. Так, и, по-моему, осталась уже 1 победа. И мы опять фавориты. Но единственное, что добраться до первого места легко, а вот удержать его довольно сложно. Так, давайте-ка мы с вами, наверное, вот так вот сделаем. Попытаемся. Прокатит, не прокатит? Да, в принципе, должно прокатить. Оу. Хотя нет, нормально, нормально все. Ну, снайперша, давай, не тупи. Замечательно. Да, ребята, все, на первом месте. Будем теперь ждать, естественно, времени. А времени нам, знаете, сколько ждать? 2 дня, представляете, да? Это 1 день, 19 часов. За это время дофига чего может измениться. Так что это не окончательный вердикт у нас. Так что будем надеяться и верить. Ну, а на этом, пожалуй, я и буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Мы с вами увидимся в новых сериях по этой игре. Так что не пропадайте. И удачи вам, ребята!